Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Жавороночки, прилетите, весну красную обудите. Жавороночки прилетели, на вороты яны посели. Гей, народ, збирайся у карагод, гей, народ, вясна на ворот. Прыгожыя дзяўчаты, падымайцеся, прачынайцеся, ды ў вопраткі прыгожыя святочныя апранайцеся. Будзем песні спяваць, ды вясну гукаць. Ой, вясна, вясна, ух! Ой, вясна, красна, ух! Есть у белорусов еще один красивый и приятный праздник – гуканье весны. Весну гукали, ды на поли закликали. Гукали весну в то время, когда таял снег, и по всем приметам было понятно, что вот-вот наступит весна. Гукали весну до тех пор, пока земледельцы не входили на поля. Ого-го, весна, го-го-го, красна, ух! Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пришла пора снова встретиться нам с вами в ресторане-пивоварне «Лямус». Благослови, Боже, весну гукати, да лето сустракати. Просили издавна и, конечно же, украшали дома, деревья птицами да разноцветными лентами, чтобы зима ушла, а весна в пути не задержалась. Дорогие друзья, этот праздник всегда приходился на время Великого Поста. Я уверена, что наша Елена, замечательная с Полочины, обязательно приготовит нам какой-нибудь постный, но очень интересный рецепт. Давайте же ее встречать! Здравствуйте, Степановна. Здравствуйте, Елена. С праздником вас. Спасибо. Будем вас снова также весну закликать и зиму провожать. Вы знаете, да, действительно, сейчас идет Великий пост, но несмотря на это, в народной кулинарной книге найдется обязательно рецепт вкусного, необычного и очень сытного блюда. Вот и сегодня мы с вами будем готовить бульбяные поленца. Ой, поленцы. Снова название необычное, и я уверена, что будет непременно вкусно. Конечно, очень вкусно, сытно и необычно. И самое главное, я так понимаю, что нам опять понадобится помощь нашего замечательного Евгения. Да, блюдо постное, поэтому для того, чтобы создать кулинарный шедевр только из постных продуктов, нам не помешают лишние руки. Ну что, приглашаем Евгения? Евгений, ждем вас! Здравствуйте, хозяюшка. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Евгений, а умеете ли вы весну гукать? Знаете, не приходилось мне. И правильно, потому что это девичье занятие. А мужчины присоединялись к празднику только тогда, когда игры и хороводы водили. Вот как, понимаете? Сегодня у нас будет постное блюдо. Угадайте, как оно называется? Даже не знаю. Елена? А называется наше блюдо «Бульбяное поленце». И я думаю, что мы сейчас приступим к его приготовлению. А для его приготовления нужно картофельное пюре с крахмалом, а для начинки лук, морковь, грибы. Ну и, конечно же, соль, перец и растительное масло. И мы приступим сейчас прямо к приготовлению начинки. С чего начнем? Степановна, вам нужно порезать грибочки. Ой, Женя, мы вам поручаем потереть морковку, ну а я, как обычно, буду резать лук. Мелко режем, как грибочки нужно резать? Елена. Вот так вот, хорошо. Вот так, достаточно, да? Достаточно. Вот какая красота. А запах какой, как будто бы вот буквально из лесу эти грибочки принесли. Так, вот как у нас процесс-то спорится, дружненько все. Елена, а может песня какая-нибудь у вас есть, красивая такая, на гуканье весны? Конечно же, есть. На Полочине тоже проводятся гуканье весны. И я думаю, что, как и в каждом регионе, есть свои особенные песни. Так. Одну из них я вам с удовольствием спою. Ну что же, мы послушаем.
Ой, ты весна, ты красна, что ж ты весна принесла? Принесла траву росицу, а на девочек красоту. Ой, ты весна, ты красна, что ж ты весна принесла? А молодочкам по сынку, красным девочкам по венку. Ой, ты весна, ты красна, что ж ты весна принесла? Малым деточкам по яйку, а старым людям по кику. Красивая песня, правда? Удивительная. Ну, скажите, Елена, тоже, видать, и хороводы у вас водят, и игры всевозможные, да, вот когда весну-то закликают, да? Обязательно. Наряжают деревья. Вот. И считается, что цветные ленточки, которыми мы украшаем деревья, камни, так, они как бы приближают весну. И праздник должен быть таким же ярким, как и сама весна. Место, где проходит гуканье, украшали лентами и яркими птицами, сделанными из любого подручного материала. Картона, цветных ниток, тканей, разноцветных самодельных птиц наши предки вешали всегда как можно выше. Считалось, что так улетевшие на юг пернатые скорее их заметят. А народные мастерицы на приход весны делали куколки-веснянки. Традиционно она была очень яркая, с волосами необычного цвета, ведь изображала она не человека, а дух пробуждающейся природы. Косу куклы непременно украшали лентами, бусинами, первыми цветами. Куколка-веснянка получала еще одно имя – Авдотья – Весновка. Ведь на Авдотью, Евдокию, чаще всего начинали звать Весну. Евдокия получила в народе множество прозвищ. Например, Весновки или Весенницы, поскольку в этот день проходила первая встреча весны – Окличка. Считалось, что Евдокия хранит ключи от весенних вод. И если захочет, то пустит воду, а нет, так и задержит, либо морозы напустит. Ну вот, дорогие друзья, у меня все готово, и у вас, я смотрю, тоже. Теперь будем собирать это все в тарелочки, да? Вот как и весну закликаем, и все нарезаем. Лука, моркови и грибов должно быть в равном количестве. В равном, да? Так. Ну, если чего-нибудь побольше, я думаю, будет только вкуснее. Вот, например, грибочка, мне кажется. Я так понимаю, это обжарить теперь надо, да? Да, и это нужно все теперь обжарить на растительном масле. Ага. Все собираем и Евгения на кухню отправляем. Масло. Так. Все, я все пошел жарить. Ждем. Счастливо. Елена, ну скажите вы мне, а где же там можно было гукать весну у вас на Полочине? Мне кажется, высоких там мест, холмов нету. Где обычно молодежь ваша собирается и закликая весну? А молодежь Полочины собирается или на опушке леса, или в широком поле, и там закликая весну. Потому гуканье весны – это не только украшенные деревья, камни, да, да, и столбы, а это и веселые игры, хороводы, и обязательно с песнями, с весельем. И праздник, я уже повторю, что, конечно же, должен быть таким же веселым, ярким, как сама весна. Ну, Елена, я думаю, что у вас еще есть какая-нибудь замечательная песня на гуканье весны, и мы хотели бы ее услышать. С удовольствием я попрошу, чтобы вы мне помогли. Давайте попробуем. Песни, которые закликают весну. Благослови, мати, весну, закликати, весну, закликати, зиму замыкати, зиму люту, комору, весну красну, на улицу, на тихое лето. В обряде обычно участвовали все деревни. Водили хороводы, играли, смеялись, чтобы показать, как весне здесь будет хорошо. В некоторых районах Беларуси было принято залазить на крыши и деревья. Вообще же для праздника выбиралось место на высоком холме или берегу. Важным моментом этого праздника было раскладывание костра. Основой для него становились старые ненужные вещи. Собравшись возле такого огня, молодые люди пели веснянки. Как и во время масленичных гуляний, глубокий магический смысл имело катание на качелях. Наши предки считали, что чем выше раскачиваются и подлетают качели, тем лучше и длиннее будет лен, тем активнее будут тянуться вверх другие растения. Главной особенностью этого яркого народного праздника всегда было и остается по сей день необыкновенная естественность и живость.
У этого обряда нет четкого плана действия. Главное – веселиться, петь и радоваться жизни. Зиму люту, комору, весну красную на улицу, на тихое лето, на буйное жито. Начиночка готова наша. Вот, догукались, и как раз вовремя Евгений появился. Как теперь будет происходить процесс вот этот? Ну что ж, начинка готова, и сейчас мы будем работать с тестом. Для этого нам понадобится картофельное пюре, хорошо протертое, без комочков. И здесь оно у нас уже соединено с крахмалом. Поэтому, так. Евгений, противень доставайте. А что, если, Елена, все-таки какие-то комочки будут попадаться? Как вот ситуацию можно исправить? Конечно же, можно исправить ситуацию. Можно это же пюре разбавить молоком, но в постные дни, конечно же, только водой. И вновь попробовать протереть его, чтобы комочков не осталось. Не было. Да. Понятно. Вот, и сюда кладешь пергаментная бумага, да, обязательно. Да. Чтобы пюре наше не приставало. Ага. И теперь мы из картофельного пюре формируем бульбяное поленце. То есть раскатываем пюре прямоугольным пластом. Так. Легким движением руки. Это и будет тесто для нашего поленца. Вот как красиво это все сформировано. Да, ну, тесто все. Для поленца готово. Теперь укладываем начинку? Нет, еще нужно немножечко подождать. Для начала пюре нужно запечь в духовке, для того, чтобы оно зарумянилось. А уже затем мы вот сюда положим начинку и свернем рулетиком. Вот как удивительно. Я тоже думала, что нужно сейчас начинять. Оказывается, вон какие. Давайте будем запекаться. Да, Евгений, запекайте. Просим. Ну что, пока Евгений ушел на кухню, я думаю, самое время еще вспомнить, какие же интересные игры у вас там проходят вот во время гукания весны. Качели, наверное, на качелях катаются, да, молодежь, я думаю. Обязательно. И хороводы, и песни, и, конечно же, качели. И говорят, чем выше качаются молодежь, тем будет выше урожай. Гуканье весны – праздник не только яркий, но и очень музыкальный. Кликать весну начинают девушки. Они поют песни веснянки. Особенностью таких песен является то, что каждый куплет заканчивается громким криком «Гу!». Отсюда и название «Гуканье». Также веснянки легко узнать по специфическим метафорам. В этих песнях обязательно присутствует мотив замыкания зимы и отмыкания лета. Часто в них звучат обращения к весне, к солнышку, к птицам, пчелам, Богу, матери и приглашения к участию в играх-хороводах. Вот так вот гукают весну у нас на Белоруссии. Весело и красиво. Тем временем готова наша картофельная уже, так сказать, основа, да? Да. И теперь нужно выложить начинку и сделать рулетик. Давайте пробовать. То есть полено наше. Весна у сенцы, а у нас на столе будет поленце. Ну что ж, а теперь мы заворачиваем, делаем рулетик с обеих сторон вместе с пергаментной бумагой и формируем наше поленце. Красиво, как получается. Очень красиво и аппетитно выглядит. Так. Ну что ж, наше бульбяное поленце готово. Готово к следующему этапу. И мы отправляем Женю сейчас вновь на кухню для того, чтобы он запек это поленце в духовке примерно минут 10. Ну что же, милости просим, Евгений. Готовим начинку. Пассируем на растительном масле мелко нарезанные лук и морковь. На отдельной сковороде обжариваем измельченные грибы. Смешиваем компоненты. И готовим еще 5 минут.
Для основы выкладываем тесто из картофельного пюре и крахмала на застеленный пергаментной бумагой противень. Формируем основу поленца. Запекаем в духовке до золотистой корочки. На подготовленную основу выкладываем начинку и с помощью пергаментной бумаги формируем поленца, которое затем запекаем в духовке еще примерно минут 10. Ой, ты весна, ты красна, что ж ты весна принесла малым деточкам по яйку, а старым людям по кейку. А у нас не по кейку, а по поленцу. Да. Ух ты, какой поленце-то аппетитное. И расцвело вот по весеннему. Красиво получилось. Так, начнем пробовать, давайте, я думаю. Давайте пробуем. Запах очень вкусный. Да. Ну что, приступим. Ух ты, аромат какой. Слушайте, вкусно. Да. Очень даже вкусное получилось поленце. Приятного всем аппетита. Спасибо. Очень вкусно. Евгения, а вам понравилось блюдо? Да, понравилось. А вы возьмете этот рецепт в копилку вашего ресторана? Обязательно возьму. Дорогие друзья, а я хочу напомнить, что вы можете прийти в ресторан-пивоварню «Лямус» и попробовать множество блюд белорусской кухни. Как приятно ими насладиться в зале, оформленном в народных традициях. Здесь всегда рады вам. Приходите, мы ждем вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу город Витебск, проспект Победы, 1.